Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить, выпекать булочки. Булочки с кремом. На них говорят многие бриошь, но это совсем не бриошь, просто сдобные булочки с кремом. Очень вкусные булочки, попробуйте сделать. Для рецепта нам нужно мука, сахар, молоко, яйцо, масло и дрожжи. И пол чайной ложечки соли. Я напишу внизу рецепт. Но сначала смотрите, есть у нас емкость. Мы отправляем сюда дрожжи и сахар и молочко наше. Молоко тепленькое, не горячее, а теплое. И немножко муки, совсем чуть-чуть. Нам нужно для начала проверить дрожжи наши. Как они работают. Или полотенечком и ждем. Так, смотрите, видите как? Масло, яйцо и вымешиваем немножко. Масло должно быть мягкое у нас. Муку добавляем пол чайной ложки соли. Прямо в муку и так немножко вот так. Нам нужно хорошо соединить все продукты наши, масло размять хорошо. Смотрите, уже густое получается тесто. По желанию можете добавить ванилин, но мы будем добавлять еще в крем ванилин. Я буду добавлять в крем. Уже поменяла, взяла ложку. Потому что тесто уже, видите, какое. Венчик уже не поможет. Сейчас будем выкладывать. Вот я еще муки добавила 150 грамм. У меня ковшик 350 грамм. Сейчас посмотрим. Вот это 500 грамм. Берем и вмешиваем всю эту муку. Телефон. Все, я думаю, что хватит этой муки. Бывает и 400 грамм хватает, как-то оно не всегда одинаково. Яйцо разного размера. Мука по-разному набирает влагу на себя. Мука имеет разную влажность. И от этого иногда неточный вес получается. Все, смотрите. Вот такое тесто. Вот, мы вынесли его. Вот такое тесто. Отправляем его в посуду. Вот сюда. Накрываем салфеточкой и ставим на расстойку. То есть, чтобы подходило тесто. Наше тесто пока подходит, мы будем готовить крем. Начинаем готовить крем. Для крема нам крем заварной. Патиссьер называется. Я говорю на него заварной. Молоко. 250 миллилитров, 2 желтка, полстакана, стакан 250, где-то примерно от 60 до 100 грамм сахара. Вот так. Кто хочет 60 грамм, кладите. Я кладу полстакана, здесь немножко меньше, чем 100 грамм. 2 столовые ложки крахмала и ванильный сахар, пакетик. Значит, я все это напишу внизу, под видео. Так, для начала мы должны... В емкость в отдельную. Вам видно? Видно. Отправляем сюда 2 желтка. Весь сахар. Сейчас. Весь сахар. И ванильный сахар. Перетираем. Можно венчиком взять. Ну, здесь такая маленькая у меня
посуда, что венчик здесь будет, много его будет. Поэтому я взяла ложку. Хорошо, хорошо перетираем. Смотрите, получилась однородная масса. Соединили желтки с сахаром. Теперь, ну так, на глаз. Немножко молочка. Еще. Где-то 1/4 стакана. Опять же, тоже так же перетираем, перемешиваем, вернее. Так, и отправляем весь крахмал. Весь крахмал, 2 столовые ложки. И тщательно-тщательно перемешиваем. Делаем однородную массу. Все, получилась однородная масса. Это молоко отправляем в кастрюлю. Включаем плиту. И ждем, пока закипит молоко. Так, смотрите, молочко наше закипело. Сейчас перемешаем еще раз. Вот так еще. Там просто может крахмал вниз сесть. Так, молоко, смотрите, уже поднимается. И мы потихонечку, очень интенсивно перемешивая, выливаем. Так. Нам главное, чтобы желток не свернулся. Но он не свернется. У меня никогда так не получалось, чтобы свернулся. Мы его хорошо перетерли сахаром. И хорошо, когда, главное, когда вливаем, хорошо перемешивать. И теперь мы никуда не отходим от кастрюльки, будем все время помешивать, чтобы наш крем не пригорел. Огонь не очень большой, такой средний. Взяли венчик и теперь быстро. Вот так вот. Потому что видите какой. Можно сразу венчиком. Но я так уже начала ложкой, а теперь венчиком. Сейчас вот он должен как бы закипеть. И мы выключаем. Он, видите, дышит уже. Дышит. Все, крем готов. Выключили плиту. Еще раз перемешали. Даем ему остыть. Так, смотрите, что у нас получилось. Тесто у нас выросло и очень хорошо. Так, посыпаем. И отправляем сюда. Может и мало муки, но добавлю, если будет мало. Опа. Все. Обминаем его еще раз. Нужно его раскатать. Чем потоньше, тем лучше. Так. Так, берем скалочку и раскатываем. Теперь смотрите, что дальше. Крем у нас уже остыл. Он не должен быть очень холодным, потому что он будет... Ну и не горячим. То есть сильно остывать не надо, потому что он сильно будет густой. И вы просто его не намажете. Такой слегка теплый. Выкладываем крем на наш пласт теста. Он не пристает, если хорошо помешивать, то ничего с ним не будет. Этот крем готовится без масла. Но если вам, может быть, хочется, чтобы было жирнее булочки, вы можете добавить сливочное масло. Можно. Хуже от этого не будет. Просто будет жирнее. Как бы калорийнее. Все. И аккуратненько так мы стараемся распределить наш крем по всему тесту.
Вот так. Все, вы можете один раз попробовать. Если вам будет не сладко, на следующий раз добавите сахара. Если вам будет не жирно, добавите масло. Но оно вкусно. Итак, вкусный крем, как говорят, можно ложками кушать. Все, распределили. Начинаем складывать. Просто складываем рулетик, скручиваем, сворачиваем так вот. Потом берем вот так и наверх. Потянем немножко так вот, вытянем, перевернем швом вниз, ставим сюда нашу форму. Так, как нам лучше? Я вот хочу по краю. Я просто раньше всегда делала в двух формах, а это решила в одной сделать. 10, 12. Все. Разметила. Сколько вы хотите булочек, сколько вам нужно, так и разметьте. И пошли резать. Отправляем. Крем, видите, немножко выходит, но мы очень аккуратненько. Можно лопаткой вот так помогать. Можно вот так брать и сюда раз. Самую широкую я оставлю на серединку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам еще нужно 5 поместить здесь. Поэтому смотрим. Если не помещается, то мы подвинем чуть-чуть. Булочки мы поместили. С трудом, конечно, я поместила. Булочки оставляем на расстойку. Накроем салфеткой, то есть полотенечком. И на минут 15-20 на расстойку. Отправляем булочки в духовку на 180 градусов. 25 минут пробыли мои булочки в духовке. И сейчас нужно их... Сейчас вот я возьму желток. Один желток и столовая ложка молока. Так, размешали хорошо. И просто промажем. И на минут 5 еще в духовку отправим. Полчаса и булочки готовы. Посмотрите, какие хорошие булочки. Сейчас вот так вот разделим. Вот так вот. Они горячие, просто я не могу. Смотрите, какая булочка. Еще пар идет. Посмотрите, какая. Смотрите на эту. Какая. Какое тесто. Вот. Какое, смотрите. Крем, все хорошо. Очень хорошие булочки получаются. Вот такие булочки вкусные, с кремом. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в гости. Пока!